Сегодня на «Динамо-футбол». Попасть на финал Кубка. Достать билет на матч «Спартак-ЦДК». Нынешний болельщик, этого счастья тебе не понять. Фотографии футболистов хранили в семейных альбомах. Их имена произносили с благоговением и восторгом. Спартак, Леонтьев, Сеглин, Сальников, Тимаков, Конов, Парамонов. ЦДК, Никаноров, Чистохвалов, Башашкин, Бобров, Нырков, Соловьев, Водягин, Кочетков, Николаев. И Демин. Капитаны команд Василий Соколов и Григорий Федотов. Попадает уже к Вячеславу Соловьеву. Он в выгодном положении. Он сейчас будет бить удар. Гол! Армейцы опять продолжают свои атаки. Их нападение неутомимо. Вот стремительная атака. Небольшая суматоха у ворот Спартака. Значит, подает Соловьеву. Удар! Гол! 2-0. Футбол тех времен. Давайте и мы посмотрим его. Мяч в сетке. Неплохо, правда? По сей день спортивные комментаторы приводят в пример этот гол как цитату из классики.